Более 10 лет молодые атомщики Смоленской атомной электростанции ведут шефство над образовательными учреждениями города. В Доме детского творчества они традиционно проводят спортивные праздники «Веселые старты» для детей с ограниченными возможностями. На праздники они приходят целыми семьями, чтобы он был ярче и веселее. Ведя уже в зал, улыбка растворяет все. Встали в круг, посмотрели друг другу, улыбнулись правому соседу, обняли левого. То есть обыкновенные наши человеческие слова разогревают, если можно сказать так, публику. И начинается веселая игра. Старты, эстафеты. Все удаются. Участвуют и взрослые, участвуют дети. Сближение между собой даже членов семьи, тех же самых молодых атомщиков. Педагоги Дома детского творчества и родители особенных детей считают, что атомная молодежь проявляет невероятную доброту к детям и уважение к их родителям. Очень важно, что нам устраивают такие праздники, нас приглашают, что все в городе стараются организовать для таких деток. Это очень здорово и очень положительно влияет на душевное состояние и родителей, и деток. Сами молодые атомщики прекрасно отдают себе отчет, что подобные праздники создают комфортную среду для особенных детей и воспитывают чувство толерантности в их детях. Сложно переоценить важность таких встреч, мероприятий, потому что чувствуется настроение детей, чувствуется, что им это нужно. И это важно не только для нас, но, я думаю, для всех. Закончился праздник стрельбой из настоящего спортивного оружия по разноцветным мишеням.